Студенты Бакинской высшей школы нефти, набравшие максимальные баллы, отправляются на производственную практику на заводы турецкой нефтехимической компании «Петким», где приобретут возможность совершенствовать свои технические и индивидуальные навыки, применяя на практике знания, усвоенные ими во время занятий. Провожая студентов, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что в дальнейшем сотрудничество между вузом и компанией «Петким» будет успешно развиваться. Бакинская высшая школа нефти каждый год отправляет своих студентов на летнюю производственную практику в госнефтекомпанию «Сокар» и различные транспортные компании. В прошлом году мы отправили 10 студентов, набравших максимальные баллы, в нефтехимический комплекс «Петким» в Турцию. В этом году их число возросло до 26. Эта практика – прекрасная возможность для них повысить свои навыки и набраться опыта. В Турции, Измире, практику мы будем проходить на заводе этилен и полиэтилен, а с июля мы уже проходим практику как инженеры на заводе «Азернефтьхимия» этилен-полиэтилен в Сумгаите. И моя главная цель – сравнить процесс работы завода в Турции и у нас, увидеть как схожие моменты, так и различия, а затем продемонстрировать приобретенные там знания у себя на родине. Я многого жду от этой практики. Я очень счастлива, что мне предоставилась подобная возможность. Студенты, которые уже побывали в комплексе «Петким», много рассказывали нам о приобретенном опыте. Там нас будут учить настоящие профессионалы своего дела, и это отличная возможность для нас обогатить свой опыт.